apsolīju, ka tu pats ar visu tiksi galā. Реальность, переплетенная с мистикой. Новый фильм молодого режиссера Айка Карапетяна ставит зрителя один на один со множеством вопросов, ответы на которые нужно будет искать самому. Вообще-то фильм ужастик, как говорится. Хотя сам Карапетян настаивает, что больше, чтобы не отвлекаться, это психологический триллер. Ну, для тех, кто будет смотреть вечером, это, наверное, тоже зарядка на всю ночь, особенно для женатых пар, может быть. Потому что там идет речь в основном о преддверии родов, первенца, первого ребенка, психологические проблемы между мужем и женой. Съемки психологического триллера с элементами фильма ужасов «Первенец» начались летом 2015 года. Тогда Национальный центр кино выделил около 500 000 евро на реализацию картины. Режиссер в профессиональном кино уже как минимум с 2012 года, когда свет увидел его первый фильм «Люди там». Тот фильм тоже был реализован за счет финансирования Национального центра кино. После Айк Карапетян снял один фильм ужасов, который не получил нашу финансовую поддержку. Интеллигентный архитектор преклонного возраста после неприятного инцидента с бандитом на улице пытается доказать своей жене, что он способен действовать мужественно и решительно, но ввязался в неприятную историю. Возможно, по его вине погибает человек. Со временем главный герой начинает видеть таинственные отношения с мертвецом. За эти полтора часа фильма Карапетяна достаточно все сконцентрировано. Вот это психологическое напряжение сразу и быстро. Вот. Так что по сравнению с российскими многими поделками, это действительно предмет искусства. А в Голливуде, наверное, такого много. Это психотерапевтическое средство для молодых пар и вообще для мужчин, у которых есть комплексы. Айк Карапетян – один из известных режиссеров своего поколения. «Первенец» – уже третий художественный фильм Карапетяна и третье сотрудничество со студией «Локомотивы». Премьера фильма состоится 29 сентября. Эвел Дудукуль, Петерис Баркевич, Олаф Спиршевич, Латвийское телевидение.